Правильное питание для деток важно в особенности, так как это растущий организм. Сегодня я вам предлагаю приготовить шикарное блюдо, домашнюю колбасу для детей. Это просто вкусно и полезно. Колбаса получается очень вкусной, нежной, аппетитной. Процесс приготовления довольно интересный, будем делать колбасу в кружке. Основа – куриное филе, также добавим сливки, яйцо, крахмал и соль. Подавать к столу колбасу вкусно с картофельным пюре и свежими овощами. Куриное филе – 250 грамм. Куриные яйца – 1 штука. Сливки – 120 миллилитров, 10% жирности. Крахмал – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Паприка – по вкусу. Количество порций – 2. Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе ополосните, нарежьте произвольно, переложите в чашу кухонного блендера. Влейте к курице порцию сливок. Вбейте в блендер куриное яйцо, добавьте соль. Всыпьте крахмал, добавьте паприку. Взбейте все ингредиенты до однородности. Перелейте содержимое блендера в чашку. Кружку запечатайте пленкой. Возьмите кастрюлю, застелите дно тканью, поставьте кружку и влейте холодную воду. Доведите воду до кипения, готовьте колбасу 35 минут под крышкой на небольшом огне. После остудите колбасу и подавайте к столу. Приятного аппетита!